Ставь лайк, если нравится обнова. Мы уже, ребята, начали войну, начали подготовку. Об этом я сниму отдельное видео чуть попозже, буквально сегодня. Если не хочешь не пропустить этот видос, прямо сейчас нажимай на лайк, на подписку и на колокольчик. А я сейчас задоначу легендарный сундук короля. В моем, кстати, магазине, ребята, есть ледяной колдун, которого мне не хватает всего лишь одной карты. И я планирую об этом записать видео, открывая сундуки фортуны. Надеюсь, мне сейчас не выпадет с легендарного сундука короля. Короче, если вам нравится открытие, нравится, когда я доначу, гоу, соберем на этом видосе 10 тысяч лайков. Буду вам очень благодарен. Также, сейчас какой-то другой шанс выпадения легендарных карт сундуков. Это, конечно, забавно. И, по-моему, он на моих кубках стал выше. Это я проверю потом. Ну что, донатим 10 баксов. Поехали, а потом, возможно, пойдем потренируемся в клановой войне. 10 баксов, поехали, донатим. О, покупка завершилась, и привет, легендарный сундук короля, 400 золота. Эх, скелетики. Так, зап, либо, давайте вот это возьмем, банду, чтобы золото получить. Так, это возьмем вот это. Так, тут мы возьмем ракету. Здесь мы возьмем... Я возьму шарик, потому что мне золото очень надо. И дальше будут леги, пожалуйста, громовержец, ночная ведьма, либо ледяной колдун. Хотя ледяного колдуна нет, пожалуйста, не давайте. О, спасибо. Потому что ледяного колдуна хочу выбить я в другом видосе. Слушайте, взять спарки или взять пламенного? Ладно, я возьму спарки, одной карты не хватает, пускай будет на 4 уровень доступно. Что, еще могу купить? Воу-воу-воу, сколько золота, 50 тысяч. Все, больше не могу. Больше не могу купить. Я думал, сейчас, не знаю, потрачусь так нормально, куплю 10 сундуков. Обломало. Итак, клановые войны, что тут происходит? Честно, мне просто эмоции переполняют. Я сколько хочу сказать, но это не в одном видосе. То есть, в одном видео это не поместить. Я хочу пойти, короче, подготовиться, да? А тут, короче, уже сражаются. Я так понял, 2 на 2 есть, смотрите. Какой-то режим пчелка. Я не знаю, что это за режим. Это, может, обычный режим? Или как он называется? Или это Clash пчелка? Господи, это не режим пчелка, это ник моего соклана вроде. Ничего я несу, какой пчелка? Короче, это, походу, драфт, выбор карт. Это X2 эликсир или 2 на 2. А вот это... 1 на 1 с тройным эликсиром. Короче, 3 режима. Это 2 на 2. Это с выбором карт, я так понял. Я еще не играл, я так понял. И тройной эликсир. Я хочу вот с тройным эликом сейчас порубиться. Так, вот это у меня сейчас соклан играет с Коргигом. Мы так далеко не уйдем. Короче, ребята, я буду, наверное, набирать команду клана. Если вы опытный, сильный игрок, заходите в мой клан. Я освобожу места. Вы мне нужны, ребята, я буду повышать кубки, наверное, потому что, ну, надо опытных игроков на клановые войны, потому что, ну, я не знаю, с Кургигом мы далеко не уйдем, мне нужны сильные игроки. Я хочу тоже пойти поиграть, но пока все режимы заняты. Давайте подождем, когда кто-то из них сейчас выиграет, и так, осталось 7 секунд, я буду сразу ждать, чтобы нажать в бой, потому что я хочу тоже подготовку пройти. Только я не понимаю, почему остальные не могут проходить подготовку, когда уже кто-то на арене? Слушайте, прорисовано очень красиво. Так, о, мы карты зарабатываем. Давай, а чё я не могу пойти? О, о, вот, в бой, бой. Е-бой. Так, жду соперника. О, блин, вот это сражение это было эпично. Так, против меня well played. А, блин, это же не соклан был. Это же был не соклан, это подготовка с разными, то есть с тем кланом, который воюем, или с тем кланом, или с рандомным каким-то кланом. То есть это для меня непонятно еще. Так, минус сборщик, очень жаль. Я играю против мортиры, это тоже очень печально. Хотя я мортиру, по идее, должен отыметь. Так, вот смотрите, фуловый принц. Ага, уже не фуловый. Там банда гоблинов. Так, сейчас, короче, нужно... Вот это, не понимаю, зачем эмоции добавили зрителям? Нет, только не это, это просто кошмар. Я не понимаю. Это лишнее. О, господи, я с этим, с торнадо немножко короче, неправильно сделал. Ладно, ставим, короче. Так, тут вот так. Давайте, короче, по-быстрому сейчас уничтожаем. Тут зап. Хорошо.
Мортира, конечно, напрягает, напрягает. Сейчас надо этого шахтера словить. Рыцарем. Ой, принцем. Давайте. Принцем, рыцарем. Так. Отлично, словил. Но только вот знаете, в чем проблема? Что я мог активировать главное здание с помощью торнадо. А в итоге... Ну ладно, ставим, короче, этот. Тут просто используем зап. Вот у нас второй сборщик. Меня парень пытается заспамить. Но у него ничего пока не получается. Так, он поставил неплохо мортиру, кстати. Я бы даже сказал, очень хорошо. Ну, ладно, минус сборщик. Отдаем ему сборщик эликсира. Так, здесь мы ставим, короче... я не пойму, сейчас двойной эликсир идет или как? Или что он такой борзый? Давайте зап. Все, ставим, короче, сейчас голема. Ставим голема. Блин, у меня обе вышки, короче, очень сильно пострадали. Так, ордамух, хорошо, ставим голема. Так, здесь у нас пойдет дракон. Так, хорошо. А у него ракета есть или нету? По идее, должна быть. По идее, должна быть ракета у него. Давайте здесь темного принца. Так, здесь у нас обычный принц. Готовим торнадо. Давай, 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 давай. Так, зап. Быстрей. Зап, хорошо. Ну, что-то я боюсь все равно, что там он сейчас задефается. Да, задефался, вот этого я боялся. Нет, принц, живи. Не, сдох. Сдох принц. Капец, это мортира, это катастрофа какая-то. Так, давайте здесь темный принц. Смотрите, как четенько я сделал-то, а. Хорошо, ставим голема. Хорошо, хорошо. Ставим голема. Так, дальше, дальше. Что делаем дальше? Дальше, наверное, принц. Принц идет. Так, тут у нас мега-миньон. Мега-миньон. Готовимся, готовимся. Так, дракон. Готовим зап. Готовим зап. Ничья? О, боже. Вот это, вот эти эмоции слева. Их же блокировать можно? Сундук с картами клана. Я заработал карты клана. Вау, просто смотрите. Прикольно. Прикольно, давайте открывать. А легендарки можно выбивать? Прикольно. Так, еще и смотрите, мы их выбиваем. Мало того, что мы их просто выбили, а еще и уровень прокачивается. Шикарно, шикарно. То есть я играл плохим уровнем, получается, да? Получается так. Карты клана. Изменить колоду. О боже, пока тут не с чем играть. Коргик. Не знаю, короче, с этим буду разбираться потом. Когда уже начнется война. Естественно, я сделаю об этом отдельное видео, друзья. Запилю видос, как мы выиграли. Открою сундук. А, сундук же открываем мы в конце сезона, я так понимаю, да? В общем, я буду пилить обзоры, я буду пилить колоды. Если вам это интересно, то, пожалуйста, подпишитесь. Но, честно, вот немножко непонятно, почему. Я думал, что все смогут участвовать в подготовке, даже. А тут, получается, если кто-то первый нажал в бой, да, из нашего клана, то все, ты можешь только смотреть, не можешь участвовать. Нам подбираются совершенно рандомные игроки, которые находятся вот сейчас по ту сторону экрана, да, противоположной стороны башни короля. Я думал, что будет клан какой-то вражеский, мой клан. И я могу выбирать кланы, например, с кем пойти, да, воевать. Но, к сожалению, нет, это совершенно рандом. И я так понимаю, что будет не, ну, как сказать, не против одного клана будешь воевать, а против разных игроков с разных кланов. Ну, это знаете, для чего, почему так будет? Потому что трудно реализовать так, чтобы 10 человек и все были в онлайне, да? То есть тут народ будет подбираться, как и в глобале, но только с разных кланов. И каждый клан для себя зарабатывает свой рейтинг. Потихоньку становится все понятно. Мне это очень нравится. Будем на стримах рубиться. Приходите на стримы, подписывайтесь на канал, ждите новые выпуски. Я вам желаю удачи, ребят. До новых встреч. Скоро увидимся. Не знаю, возможно, сегодня еще один будет ролик. Возможно, это последний. Друзья, меня реально прям вот эмоции переполняют. Я очень хочу уже... Не знаю, порубиться в кланы и снять кучу видосов, показать тактики. Ну, не знаю, за что взяться. Все, друзья, спасибо всем за просмотр. Скоро увидимся. До новых встреч. Всем пока.